Друзья, всем привет! Приехали посвистеть рябчика. Вот. Я буду манить. Товарищ будет добывать. Постараюсь вам заснять все это. Камеру еще взял. Может, удастся приблизить и добыть птицу. Все, ждем. Ну что, с полем? С полем. О, петушок какой. Смотри. Красные у него это. Поздравляю. Спасибо. Ну что, друзья, пойдемте потопчем уточку. Нифига там. Уточки, да. Давай, давай. Юра, молодец! Thank you.
красиво снял. О, да, я вижу. Вот такая вот получилась охота за гоном. Вот. Три добыли, одну не нашли. Мазал конкретно. Вот, товарищ, забыл селезня. В окраске уже селезень. Заберем. А, ужик. Смотри, уже селезень такой в окраске. А? Красота. Вот такой вот. Почти уже облинявший полностью. С полем нас. Но можно было брать больше. Я что-то конкретно мазал. Ладно, идем дальше топтать болото. Одна есть. Ага, Юрка взял. Юр! Молодец! Ага, вот и есть моя уточка. Одну снял. Одну этот не довзвел. Прям вот в 5 метрах, блин. Чик. А, ты зараза ты. Надо ехать туда, тут я его не найду. Ты меня бы тут и не достал нигде. Как не залазишь? Я зацепился. Как можно? Я говорю, я зацепился, блин. Просто ноги уже не ходят, знаешь? Пока выбрался оттуда. Вот туда. А они опять все туда ушли, где мы с тобой первый раз их гоняли. А я эту сбил, думаю, блин, не найду. Ага. Иду, а она на чистой воде лежит. А... Я думаю, о, это я удачно. Прям вот. Ну я в очереди, когда он. Ага. Штук 10 положил? Да, там штук 6 все равно. Ага. Но там не только штук 6, там... Не, там налетели на меня вот эти. А. Стрелять можно было. Хорошо, и вода его зато. Понятно. Так, у нас 6. Еще 4 надо. А? Принял.
Я тут думал, не добью. Бах, пойми. Она плывет. Пенек, наверное. Конкретный пенек? Нет, слезли с него. Надо чуть-чуть вот сюда. Я по ней, бах. Плывет. Пригнулась и плывет. Блин. Тут заряжаюсь. Думаю, это сверхнюю. И еще хорошо-то она вот не там, где мне спать. Как раз от, ну, в сторону от тебя. Так-то и не добить бы, и все, и... А я вот за теми камышами лазил. Ага, я видел тебя отсюда. А я слышал, ты там стучишь. А, я не раз долбил это. По ним стрелял. Да? Вот так? Ну, перекалывал.